Добрый день, уважаемые преподаватели! Рада вас приветствовать на нашем мастер-классе, посвященном сегодня смешанному обучению. Наша трансляция начнется ровно через 5 минут, и пока у нас есть это время до официального начала трансляции, мы с вами можем проверить качество связи, мы с вами познакомимся и также в целом обсудим, что нам сегодня понадобится, какие ссылки. Поэтому сейчас я включу показ моего браузера, чтобы вам хорошо было видно. Итак, включила показ браузера. И сейчас мы видим, что у нас происходит прямо на нашем сайте YouTube. А если вы посмотрите чуть правее моего изображения, то тут у нас будет находиться чат. В этот чат вы можете писать любые свои смелые идеи, все свои вопросы, все свои предложения. Я на них буду отвечать. И также наш замечательный модератор, за этим именем скрывается наш эксперт Екатерина, она сегодня вам будет также отвечать и помогать. Так что давайте мы ее тоже поприветствуем и будем работать все вместе в одной большой дружной команде. Также в этот чат вы, пожалуйста, напишите, откуда вы, из какого города и какой предмет вы преподаете. Так я буду знать, на каком предмете мне больше акцентировать внимание, и также я буду знать вообще, какие специалисты, какие профессионалы к нам сегодня пришли. В том числе вы можете использовать еще и эмодзи от автора, они находятся вот здесь. И если я, допустим, вас спрашиваю, как вам вообще вот данный ресурс, как вам данная идея, как вам такой метод, насколько вам нравится эта техника, вы всегда можете ставить какие-то эмоджи, которые показывают, что вам что-то нравится. Либо же, если у вас просто хорошее настроение, и вы хотите им поделиться с коллегами, с нашим модератором Екатериной, со мной, то вы также можете отправить эти эмоджи к нам в чат. Что нам еще важно знать перед трансляцией? Если мы немного пролистнем видео, то сразу же под ним у нас будет кнопка «Поделиться». Как раз-таки под этой кнопкой у нас скрывается замечательная ссылка. Мы нажимаем на кнопку «Поделиться» и здесь находим эту ссылку. Я нажимаю «Копировать», и эту ссылку я себе сохраняю куда-нибудь. Могу отправить ее себе в WhatsApp, либо в какой-то чат, да, где мне удобнее будет в целом потом эту ссылку взять. И как раз-таки эту ссылку можно еще отправить своим коллегам, чтобы они к нам присоединились и уже сейчас могли тоже вместе с нами данный мастер-класс посмотреть. Что еще важно?
Сразу же под видео, еще ниже кнопки «Поделиться» у нас есть несколько ссылок. 4 ссылки пронумерованные и еще одна ссылка на канал. А вы пока что на них не нажимайте, они нам позже понадобятся, и я расскажу, когда точно они нам понадобятся. И в целом, если эти ссылки у вас есть, то вы, пожалуйста, напишите слово «ссылки» в наш чат. Отлично. И также, пожалуйста, напишите, откуда вы, из какого города, какой предмет преподаете и в каких классах. Вижу, что у нас Индира Рамазанова, прошу прощения, как раз-таки учитель начальных классов из Агаповской СОШ номер 1 имени Скачкова. Отлично, прекрасно. Здравствуйте, Индира. Рада вас приветствовать на нашем мастер-классе. И также прошу остальных учителей, которые сейчас смотрят нашу трансляцию, написать, откуда вы, из какого города и какой предмет вы преподаете. А мы уже потихонечку будем возвращаться в нашу презентацию, потому что ровно через 15 секунд у нас начинается официально наш мастер-класс. Отлично. Итак, ровно 17:00, и нам уже пора начинать наш мастер-класс, посвященный смешанному обучению. Вот такой интересный, актуальный сейчас теме. Наш мастер-класс пройдет в формате интенсива, и он продлится 80 минут. За эти 80 минут мы с вами обсудим в целом, откуда пошло смешанное обучение. Какие термины нам нужно знать, чтобы понимать вообще, о чем говорят наши коллеги, о чем говорят эксперты, когда имеют в виду смешанное обучение. И заранее хочу сказать, что многие из этих терминов – это англицизм, то есть пришли к нам из английского языка, поскольку само смешанное обучение пришло к нам из США. Далее мы с вами поговорим о том, какие вообще есть компоненты в смешанном обучении, как эти компоненты вообще все, так скажем, соблюдать, чтобы они у нас были, чтобы они присутствовали. В целом, далее мы посмотрим, какие вообще есть модели смешанного обучения и какие прижились именно у нас в России, потому что часто эксперты, преподаватели говорят о моделях, и эти модели как раз-таки действуют в других странах. В основном в англоязычных странах, да, где уже система образования немного другая. Мы же будем говорить о том, как эти модели можем применить именно в России. Далее мы поговорим о том, какие технические средства нам понадобятся, какие цифровые сервисы нам могут понадобиться, какие цифровые сервисы нам работу облегчат. И, конечно же, будем уже смешанное обучение адаптировать, поговорим о сложностях, о проблемах и их проанализируем. А также ближе к концу нашего мастер-класса я вам отправлю презентацию, скажу, как ее скачать. Также скажу, где взять ссылки на все ресурсы, которые мы сегодня использовали. И также, конечно же, расскажу, как получить сертификат за внедрение цифровых технологий в Российской Федерации. Вы сможете его использовать на своей аттестации. Поэтому, если вы готовы сегодня в течение этих 80 минут активно поработать, обменяться лучшими идеями с своими коллегами, предложить что-то новое и также взять максимум от сегодняшнего мастер-класса и к тому же еще потом получить сертификат и использовать его на своей аттестации, то, пожалуйста, поставьте много-много восклицательных знаков, плюсов, слов «готов», «готово» в наш чат, и я пойму, что вы уже готовы приступить, полны энтузиазма, мы уже можем начинать. А я тем временем смотрю в наш чат, вижу, что к нам также присоединился Святослав Иванов, учитель технологии из города Москвы, Татьяна из школы номер 65 из Магнитогорска, здравствуйте, и Надежда из города Оренбурга, гимназии номер 1. И также, пожалуйста, напишите, что вы преподаете и в каких классах. А мы с вами пойдем уже дальше. Я вам также хочу представиться. Меня зовут Анна, я являюсь экспертом по дистанционному обучению онлайн-школы SkySmart. И, внимание, первый вопрос. Если вы уже слышали об онлайн-школе SkySmart,
то, пожалуйста, оцените ее по шкале от 1 до 10, в частности, интерактивную рабочую тетрадь SkySmart. А если же вы об онлайн-школе SkySmart не слышали, то поставьте 2 минуса в наш чат. Также я являюсь специалистом по работе с Московской электронной школой, была спикером Московского международного свободного образования в этом году, работала с студентами за границей и сейчас работаю со школьниками в центрах развития и в летних школах. В целом вот так представилась и расскажу уже более подробно о школе, как раз таки о SkySmart. Что вообще это такое? Вот многие, я думаю, знают онлайн-школу Skyeng. Это в целом самая крупная в России, в Восточной Европе онлайн-школа. Изначально она специализировалась только на английском языке, но сейчас в том числе специализируется на математике. SkySmart является отделением онлайн-школы Skyeng, и SkySmart специализируется не только на английском и математике, но и на других школьных предметах. То есть преподаватель химии, физики, биологии, алгебры, английского языка, обществознания, истории и так далее может найти здесь полезные для себя материалы и их в своей деятельности использовать. Ну и чуть пониже вы видите надпись SkyTeach. Это также отделение онлайн-школы Skyeng, но SkyTeach занимается повышением квалификации преподавателей. Поэтому, если вам интересны курсы повышения квалификации, вы всегда можете пройти их в SkyTeach и уже также их использовать. Итак, с этим мы с вами разобрались. Далее, мне кажется очень важным отметить вообще, кто поддерживает, кто доверяет нашему опыту в образовании. Это такие, не побоюсь этого слова, гиганты образования, как Московский педагогический госуниверситет, инновационный центр Сколково, акционерное общество, издательство «Просвещение». И я уверена, что многие, наверное, даже все данные издательства знают благодаря нашим учебникам, рабочим тетрадям, прочим пособиям. И если вы с ним знакомы, то, пожалуйста, пишите, что знаю. А далее вы не случайно можете видеть логотип Федерального государственного образовательного стандарта. А все потому, что наши разработки, все наши материалы соответствуют стандарту. И у компании, конечно же, есть лицензия на ведение образовательной деятельности. И вы сейчас можете видеть ее на слайде. Так я вкратце рассказала вообще о том, кто сегодня будет проводить мастер-класс и от лица какой школы. Надеюсь, у вас общее впечатление сложилось. А мы уже пойдем вот к такому интересному слайду, на котором находится наш, так скажем, первая загадка, где у нас будут наши первые размышления. И я бы хотела вас спросить, как вы думаете, что значит вообще вот этот рисунок, эта иллюстрация? Дам подсказку, это временная шкала. И как вы думаете вообще, что это обозначает? Фраза повыше – это цитата из статьи Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, Института образования. Как раз-таки там было сказано, что, очевидно, школа уже не будет прежней. И вопрос вообще, что изображено на данной картинке? Посмотрим, кто первый догадается. У кого очень развито воображение, ассоциативное мышление. Отлично. И подсказка у нас выше. Как раз-таки очевидно, что школа больше не будет прежней. Что бы это могло значить? Пишите свою первую идею сразу же к нам в чат, в наш самый главный канал связи, и я ваши идеи озвучу. Посмотрим, как быстро вы догадаетесь. А я пока что начну, так скажем, наводить вас на правильный ответ. И в целом здесь у нас есть временная шкала, как я уже сказала. На этой временной шкале мы видим первый смайлик, первый эмоджи, да? И как раз-таки он веселый и спокойный. Это время у нас до пандемии, до карантина. И тогда мы с вами преподавали спокойно в нашем традиционном классе. Особо у нас не было, так скажем,
нам не нужно было какие-то новые способы преподавания искать. Нам не нужно было уже знать, как работает Zoom. Нам не нужно было все наши учебники переводить в цифровой формат. Поэтому были спокойны, и все у нас шло как по маслу, как всегда хорошо. Далее у нас случилась пандемия, наш карантин, и мы все перешли в работу в дистанционном формате. И как раз-таки у многих из нас была паника. А как вообще правильно перестроиться? А как все организовать так, чтобы уложиться вот в эти 20 минут урока, либо 40 минут урока? Многие преподаватели мне рассказывали, что вообще был всего один урок в неделю, 20 минут, и нужно было всю программу рассказать, провести контрольный срез знаний, все успеть, и чтобы качество не пострадало. Конечно же, качество страдало. И у всех у нас было примерно такое лицо. А кто-то быстрее адаптировался, кто-то медленнее. Но в любом случае, если вы сейчас здесь, то вы успешно прошли эту школу выживания, да, нашу дистанционную, и сейчас мы находимся на этом шаге. А я как раз-таки вижу, что Святослав пишет у нас: шок от внезапной дистанционки, а потом творчество и новые вызовы в рамках новой формы обучения. Вы абсолютно 100% правы. Отлично, прекрасно. Вижу, что к нам также еще Антон Дроздов присоединился, учитель физической культуры из города Красноярска. И это, видимо, у нас Дроздова Анна Валерьевна с другого аккаунта. Прекрасно. Здравствуйте, Анна Валерьевна. Рады вас приветствовать. Да, в целом, Святослав у нас первый догадался, что это такое. Это вот как раз-таки наш шок от дистанционного обучения. И сейчас мы находимся на данном этапе. Мы успешно прошли данный этап, этот шаг, и теперь мы выбираем, какое у нас сейчас будет состояние. Либо мы будем использовать весь тот опыт, который мы получили раньше, и будем использовать больше технологий, будем оптимизировать нашу работу, проверку наших заданий, делать обучение более интерактивным, либо же у нас будет вот такое лицо, и мы с вами будем не до конца понимать вообще, что сейчас делать, а как свои знания правильно применить, а вообще насколько мы сейчас готовы вернуться в привычный режим работы. У кого вот сейчас вот такое лицо, давайте мы напишем цифру 1 в чат, это будет у нас цифра 1. У кого сейчас некоторое такое нестабильное состояние, какие-то сомнения, возможно, да, возможно, некоторая депрессия, либо же еще вот такое состояние не до конца уверенности, да, то, пожалуйста, поставьте цифру 2 в наш чат. Мы посмотрим, как сегодня чувствуют наши современные учителя. И пойдем с вами дальше. Заранее хочу сказать, что мы к этой шкале вернемся и постараемся, чтобы у вас было в конце нашего мастер-класса строгое лицо под номером 1. Итак, какой у нас сегодня будет план мастер-класса? Как и обещала, сначала мы с вами разберемся с терминами. Посмотрим вообще, в чем разница между онлайн и дистанционным обучением, есть ли она вообще. Далее уже рассмотрим виды онлайн-обучения и, внимание, спойлер, да, некоторые, так скажем, испорчивую интригу, да, здесь, смешанное обучение и является видом онлайн-обучения. Как раз-таки к смешанному обучению мы перейдем, рассмотрим его компоненты, из каких трех компонентов оно формируется, рассмотрим детальную организацию, там у нас будет 6 последовательных шагов. Далее выберем модель, которая подходит именно нам. У нас также будет две группы моделей, которые работают именно в России, и в каждой группе будет еще по 3 модели. То есть в целом рассмотрим более детально, что вам подойдет. Рассмотрим контингент, который вы преподаете, допустим, начальная школа, средняя либо старшая, и для какого контингента какая модель подходит. Ну и, конечно же, мы с вами рассмотрим в том числе и использование на практике. Поговорим, как это в целом реализовать, какие цифровые ресурсы, какие цифровые сервисы нам нужны, и будем уже смешанное образование внедрять. Итак, внимание, мы приступаем уже к первому шагу. Наша, собственно, терминология. Будем разбираться вообще, что нам сегодня нужно рассмотреть. Скажите, пожалуйста, видите ли вы какую-то разницу между онлайн-обучением и дистанционным обучением? И если видите, то, пожалуйста, пишите «да». И отдельным сообщением уже в чем эта разница. Если вы сейчас четко не можете сформулировать, в чем эта разница между онлайн-обучением и дистанционным обучением,
то напишите «нет», и мы это с вами обязательно обсудим. Отлично, вижу, что к нам также присоединилась Ольга. Прекрасно. Из Агаповской, СОШ номер 1 имени Скачкова, учитель начальных классов. И к нам также присоединился Вячеслав Капралов из кадетской школы-интерната Московской области. Педагог-организатор. Отлично, прекрасно. В чем же разница, есть ли она вообще? Если разница есть, пишем «да» и отдельным сообщением «в чем разница». Если разницы пока точно не видите, то, пожалуйста, напишите «нет». Итак, вижу, что вы набираете сообщение. А я тогда перейду уже на следующий слайд. Собственно, вопрос несколько риторический, да? Если бы разницы здесь не было, то мы бы это и не обсуждали, и этого не было бы у нас в плане нашего мастер-класса. А тут в целом разница, конечно, есть. Давайте рассмотрим, в чем она заключается. Если мы говорим о дистанционном обучении, то это взаимодействие на расстоянии с использованием наших технологий, наших средств коммуникации. Как раз таки самое главное на расстоянии, поскольку дистанционное, дистанция, distance – это расстояние. Прекрасно. Как раз таки наши ученики занимаются самостоятельно по уже готовой программе. Они могут просматривать записи вебинаров, мастер-классов, предзаписанные уроки и так далее. Ну и, конечно же, ученик уже консультируется с учителем только в качестве, так скажем, тьютера, да, учитель выступает, и используются онлайн-чаты. И периодически ученик отправляет работы на проверку своему учителю. Это у нас дистанционное обучение. Самое главное у нас выделено оранжевым цветом. Далее, онлайн-обучение. Что это вообще такое? Это такое же взаимодействие между учеником и учителем, но в режиме строго здесь и сейчас. То есть ученику и учителю нужен девайс, нужно устройство, которое сейчас подключено к интернету, чтобы они прямо сейчас могли разговаривать. То есть в чем основная разница? В дистанционном обучении мы можем точно так же общаться с преподавателем, однако мы можем смотреть записи, да, и не всегда находиться прямо здесь сейчас. В онлайн-обучении мы находимся на связи в режиме реального времени. Это основная разница. Однако, что важно сказать, очень часто два этих понятия объединяют. И часто вы можете на сайтах, в статьях, в исследованиях встретить, что эти два понятия примерно равны. А в целом вы сейчас уже знаете между ними разницу, и если вы вдруг будете, допустим, разговаривать об этой теме своим коллегой, вы как раз-таки можете рассказать, а в чем же разница, и, собственно, показать уровень ваших знаний. Но в целом это, так скажем, не настолько принципиально. Однако в режиме, так скажем, в нашем мастер-классе мы должны, конечно же, очень четко понимать и четко знать, о чем мы говорим. Какие общие преимущества у двух этих режимов? Как раз таки первый – это собственный график. Занимаемся, когда хотим. Нет привязки к группе, времени и месту. Можно учиться с компьютера в любое удобное время. Можно пересматривать урок также в любое время в записи. Я хочу вас спросить, уважаемые учителя, вот скажите, во время дистанционного обучения вас администрация школы просила записывать ваши уроки и выкладывать их на сайт, допустим, школы, в журнал, либо же не просила. Просто ко мне приходили также учителя и просто жаловались, что их заставляют записывать уроки, потом себе это сохранять, и тогда уже тратить место на компьютере, потом загружать на диск, а это очень тяжелые файлы, это видео у нас файлы. И как раз-таки здесь возникает проблема, да, то есть мы тратим еще больше времени, и к тому же не каждый преподаватель, ввиду своей компьютерной грамотности, знает, как это правильно сделать. И как раз-таки, если у вас такое было, то, пожалуйста, напишите, что у вас такое было. И как раз-таки, какие есть еще общие преимущества онлайн и дистанционного обучения?
Можно скачать материалы, это очень удобно, и материалы находятся в открытом доступе для учеников, то есть они всегда могут их себе скачать. Не нужно покупать учебники или какие-то другие специальные пособия. Ну и, конечно же, что удобно, это наличие тьютера. В целом это преимущество, да, для ученика, поскольку наш ученик может всегда написать нам на электронную почту в 11 вечера, да, такое тоже бывает. Либо же к нам ВКонтакте может написать, в WhatsApp, в Вайбере, либо позвонить в 8 часов вечера, да. А для учителя это не всегда приятно, поскольку мы 24 на 7 находимся на связи. Если у вас была такая проблема, то также, пожалуйста, напишите нам об этом в чат. Как раз-таки вижу, что вы пишете, да, свои ответы прекрасно. И Вячеслав написал, что как раз-таки отсутствие прямого взаимодействия с учеником. Да, абсолютно, абсолютно верно. А мы с вами пойдем дальше. Как вы уже помните из нашего плана мастер-класса, мы идем дальше к видам онлайн-обучения. Как раз-таки, что важно об этом онлайн-обучении знать? Важно знать, что бывает в целом два основных вида: синхронное и асинхронное. Тут можно по названию понять, что во время синхронного обучения мы занимаемся в режиме реального времени. Это понятно, вебинары, конференции, встречи через Skype, Zoom и так далее. Есть режим асинхронный. То есть здесь мы можем встречаться как, допустим, в Zoom конференциях, так заниматься еще и параллельно. То есть уже в другое время. Просматривать какие-то курсы, предзаписанные уроки. Скринкасты, видео на YouTube также относятся сюда, это также будет асинхронный вид онлайн-обучения. Однако есть еще и другие виды, вот такие уже по другим критериям. И здесь как раз-таки я бы хотела вас спросить, как вы думаете, какое из этих, так скажем, какие из этих видов ближе всего к нашему смешанному обучению? Тут у нас вот такие английские слова. И как вы думаете, в целом, какое из этих понятий ближе всего к нашему смешанному обучению? Могу дать подсказку. Смешанное обучение по-английски это у нас blended. И как раз-таки можем вспомнить наше устройство, так скажем, на кухне, блендер, он у нас перемешивает что-то, да, как раз-таки поэтому блендер это перемешивать. И тут, пожалуйста, постарайтесь найти то, что у нас относится к смешанному обучению. И как раз-таки у нас Вячеслав пишет в чат: трудность контроля усвоения материала, недостаток времени с необходимостью соблюдения норм СМПИНа, затруднение у некоторых учеников с подключением к обучающим платформам. Просто на самом деле вы озвучиваете все наши проблемы. Все, с чем мы столкнулись, и наша, так скажем, эпопея с Zoom, с нашими видеоконференциями, это, конечно, это подтверждает. И как вы думаете, что ближе всего к нашему смешанному обучению из этих четырех типов? Как вы думаете? Вот это у нас первое, второе, третье и четвертое. Итак, не стесняйтесь, пишите. Вижу, что стесняетесь. Видимо, подсказки было недостаточно. Но давайте я вам скажу. Конечно же, у нас самое... Вот, как раз-таки Индира правильно написала. Индира, вас поздравляю. Вы, так скажем, у нас сегодня первый человек, который догадался, что же ближе всего к смешанному обучению. Конечно, это B-learning. Это у нас blended learning. Это как раз-таки наше смешанное обучение есть. А зачем нам эта информация, зачем нам эти английские слова? Любовь также права, прекрасно. Зачем эти английские слова? Дело в том, что очень часто уже в наших статьях, в наших разработках, презентациях, мастер-классах, вебинарах, в исследованиях в основном используют англицизмы. И поскольку сейчас смешанное обучение является очень популярным и в целом актуальным за Blender, да, прекрасно, поскольку он является актуальным и, собственно, сейчас интересная тема является, очень часто в статьях пишут именно английский вариант.
не пишут смешанное обучение, пишут именно B-learning, либо B и обучение. Мы не всегда понимаем, что это такое. Поэтому вы для себя сейчас просто запомните, что это как раз-таки есть оно, и если вы данное понятие встретите, то как раз-таки это и будет означать наше смешанное обучение. Собственно, мы переходим к главному разделу, к смешанному нашему обучению. Немножечко обсудим, из чего оно состоит и с чем могут возникнуть проблемы. Сначала бы я хотела показать вам вот такой слайд. Этот наш федеральный закон от 2012 года, который уравнял права электронного обучения и традиционного обучения. То есть мы с вами существуем в наших современных реалиях нашего российского образования. И далеко не в каждой школе вообще есть проектор, либо интерактивная доска, либо я не буду уже говорить о каких-то более прогрессивных методах и средствах, да, которые есть в школах. Но как раз-таки закон еще в 2012 году эти права уравнял. И сейчас мы должны использовать не только традиционные методы обучения, но еще и электронные. То есть это наш цифровой материал, да, это видеоматериал, это различные задания интерактивные. И сегодня поговорим о том, как же вообще нам организовать смешанное обучение так, чтобы мы соответствовали этому закону. И, собственно, и вообще какие мы можем взять преимущества из нашего электронного и традиционного способа преподавания, либо же из нашего онлайн-преподавания и офлайн-преподавания. А вы, пожалуйста, в чат напишите, что вы думаете, какие могут быть преимущества вообще смешанного обучения в целом, вот что вам кажется самым интересным и приятным для вас, да? Что вы из него можете почерпнуть. А я пока расскажу то, что мы выявили. Что можем взять из офлайн обучения? Это наши классно урочные личные связи. То есть наше дистанционное обучение было обезличено. Мы не видели глаза наших учеников, да, как они светятся, либо не светятся, да, где находятся наши ученики, чем они сейчас занимаются, в каком они вообще виде, соблюдают ли они дисциплину, всего этого не было. В смешанном обучении мы как раз-таки можем продолжать дальше общаться и, собственно, понимать, кто вообще преподает и какие ученики сейчас слушают данный материал. Далее, что еще хорошего можем взять из офлайн обучения? Это спонтанность. Допустим, если мы готовимся к ЕГЭ, ну вот какие у нас сегодня были предметы, учитель географии, готовимся к ЕГЭ по географии. И, допустим, сегодня мы должны прорешать вторую часть на уроке, да, хотя бы какие-то задания отработать, то тогда, если вдруг мы быстро решили пару заданий, мы можем вернуться к первой части, поскольку у нас все материалы есть, мы можем быстро зайти в интернет, открыть, допустим, нарешу ЕГЭ, да, нужный нам материал, и это прорешать. Это у нас в офлайн образовании. Если мы идем в онлайн, то мы быстро не сможем сориентироваться, поскольку нам нужно будет больше времени, чтобы это все найти, чтобы это все поместить на доску нашу, да, либо на проектор. То есть у нас в целом будет больше много времени уходить на это, да, на демонстрацию этого экрана. Не всегда мы можем быстро сориентироваться, как это правильно сделать. И было вообще такое, что в Zoom ученики рисовали на доске, отвлекали, включали свои звуки, когда не нужно, и так далее. То есть здесь спонтанность как раз-таки может присутствовать, мы можем это привнести. Что хорошего у нас есть из онлайн-обучения? Это гибкость, адаптивность образовательного процесса, это индивидуализация, это интерактивность обучения. Вот наши главные тенденции образования прямо сейчас. И, конечно же, глубина рефлексии. То есть всегда можем связаться с учениками, и как раз-таки, если вдруг вы чувствуете, что вот чего-то не хватает на уроке и не можете понять, где вот у вас проседает какая-то вот сфера, какой-то этап урока, вы всегда можете сделать Google форму, как раз-таки там есть режим опросника, и отправить эту Google форму всем своим ученикам, чтобы они заполнили, и вы поймете, чего не хватает на уроке. Допустим, видеоматериалов не хватает, да, либо какой-то динамики, либо в целом, допустим, ученики не понимают, как вначале им быстренько все найти, разогнаться и уже использовать все время урока эффективно. Как раз-таки все плюсы из онлайн мы также можем использовать. Идем с вами дальше.
Как раз-таки затронем с вами задачи обучения смешанного, да? А в целом здесь будет 4 задачи, и если вы с задачей согласны, что такая существует, такая в целом актуальна, то вы, пожалуйста, ставьте 1 и рядом плюс. Допустим, первая задача, и самое главное слово, первое выделено жирным шрифтом. Расширить. Расширить образовательные возможности за счет увеличения доступности и гибкости образования. Это мы с вами уже обсудили. Учета индивидуальных образовательных потребностей. Вспоминаем нашу индивидуальную траекторию обучения, а также темпа и ритм усвоения учебного материала. То есть у каждого ученика свой ритм освоения материала. У нас есть ребята, в том числе с повышенными интеллектуальными способностями, и часто им материала этого мало на уроке. Как раз-таки во время смешанного обучения мы можем данную тенденцию уже, так скажем, поддержать, ее реализовать. Если вы согласны с первой задачей, то, пожалуйста, поставьте 1 и цифру плюс. Да, вижу как раз-таки комментарий Вячеслава, что смешанное обучение требует более качественной компетенции и больше затраты времени от педагога. Далеко не все к этому готовы. Конечно, конечно. Именно поэтому сегодня мы и организуем такой мастер-класс. А если вы согласны с первой задачей, то, пожалуйста, поставьте один плюс. Далее, вторая задача. Стимулировать формирование субъекта позиции обучающегося. То есть это наша самостоятельность, это мотивация, социальная активность, рефлексия та же самая, которую мы уже обсудили, да, пару слайдов назад, и в целом повышение эффективности образовательного процесса в целом. То есть здесь мы стараемся уже сделать так, чтобы ученики понимали вообще, зачем им эта тема, зачем они это проходят, и уже могли в своем темпе материал также проходить. То есть здесь большое внимание уделяется еще и самостоятельности, самоорганизованности и дисциплине ученика. А если согласны со вторым, то, пожалуйста, поставьте 2+. А мы с вами пойдем уже дальше к третьей задаче. Трансформировать стиль педагога, перейти от трансляции знаний к интерактивному взаимодействию. И как раз таки, очень часто учителя приходят и думают, опять нужно меняться, опять нужно поспевать за этими тенденциями, к этому интерактивному подходу. Но как раз таки смешанное обучение у вас в самом начале практики может потребовать какие-то силы, как раз таки, как написал Вячеслав, но потом уже вы сможете время на этом экономить, то есть ваши ученики уже будут более самостоятельные. Мы также смотрим модели смешанного обучения, где ученики будут готовиться в том числе еще и дома, либо же в классе мы будем организовывать ротацию. Об этом мы с вами поговорим. Прекрасно. Далее, четвертая задача. И как раз таки, если с третьей согласны, то поставьте плюс. Четвертое. Персонализировать. Персонализировать образовательный процесс. И как раз-таки у каждого ученика свои образовательные потребности, свои интересы, свои способности. Как раз-таки мы говорили о детях с повышенными интеллектуальными способностями, с СДВГ и так далее. То есть в целом здесь мы больше персонализируем наш подход. Кому-то повышенную нагрузку, кому-то пониженную, кто-то больше любит внимание, тогда будем заниматься с ним в классе, да, допустим. Кому-то нужно поменьше внимания, ему больше интересен результат, он занимается больше самостоятельно. То есть здесь у каждого свой ритм, и мы соблюдаем как раз-таки нашу персонализацию процесса. Хорошо, кто согласен с четвертым, то, пожалуйста, поставьте также 4+. А мы с вами пойдем уже к компонентам нашего смешанного обучения. Из чего оно складывается? Прекрасно. Вижу вашу обратную связь. Большое спасибо, что вы активно пишете. Очень приятно с вами работать. И всегда, на самом деле, очень-очень приятно общаться с активной аудиторией. Поскольку у нас сейчас формат в целом онлайн-обучения, да, то есть мы находимся здесь сейчас, я вас не вижу, то когда я вижу вашу обратную связь, вижу ваши имена, ваши плюсы,
Я уже представляю, как я вам рассказываю и как вы этот материал уже усваиваете. Поэтому, пожалуйста, пишите, чтобы мы с вами активно, эффективно сегодня время провели. Из чего складывается смешанное обучение? Первое – это прямое личное взаимодействие. То есть как раз-таки наши классно урочные связи. Это прекрасно наше преимущество из офлайн обучения. Второе, из чего складывается смешанное обучение, это интерактивное взаимодействие. У нас уже входит в силу технологии, электронные ресурсы, цифровые ресурсы, рабочие тетради, различные электронные также у нас есть. И как раз-таки последнее – это самообразование, о чем мы уже говорили. Здесь оно также обязательно входит, и мы не можем его никак вычеркнуть. Если мы его вычеркнем, то у нас получится неудачный опыт нашего дистанционного обучения, да, то есть в самом начале. У нас не будет самообразования, у нас будет только вот это вот личное интерактивное взаимодействие. А самообразование точно должно быть, чтобы соблюдалось вообще качество образования. И это мы с вами обсудили, это должно быть. Какие же есть этапы в организации образовательного процесса? Во-первых, мы определяем контингент обучающихся. Это начальная школа, это средняя школа, это старшая школа. Поняли, где мы преподаем, возможно, вообще во всех, и в средней, и старшей, и в начальной. Далее мы выбираем подходящую модель, и уже здесь возникают вопросы, как ее выбрать, если мы не знаем, какие есть, либо мы не знаем точно, что нам подходит. И это мы с вами запоминаем, что здесь возникла проблема. Далее мы планируем образовательный процесс, то есть прописываем программу, как конкретного урока, так и в целом, допустим, модуля, если вы уже используете смешанное обучение. И здесь опять-таки возникает проблема на данном этапе, поскольку в предыдущем этапе мы не знаем, какая модель должна быть. Идем дальше. Реализуем компоненты самообразования. Здесь понятно, поскольку мы еще не выбрали модель и не знаем, как спланировать процесс, мы не можем это реализовать. А тут как раз-таки проблемы возникают на втором, третьем и четвертых этапах. Далее, пятый этап, оценим результаты обучения. Ну, здесь более-менее понятна оценка, может быть либо ручная, либо автоматическая. И последнее, контролируем результаты обучения. В целом, контроль, что касается сдачи домашнего задания, выполнения задания и как раз-таки антисписывания. А я думаю, что больше всего проблем у нас вызвали вот эти пункты. Выбор модели, планирование процесса и реализация. Как вообще это сделать? Давайте мы с вами по порядку посмотрим, как каждый компонент, как каждый этап реализовать. Первое – это выбор модели. Здесь у нас в целом есть такой, так скажем, такая памятка, как вообще начать выбор модели. Мы уже определили контингент, то есть возраст. Далее мы оцениваем возможности нашей образовательной среды. На самом деле это очень важно, поскольку если мы не оценим вот эти риски, высока вероятность того, что у нас что-то пойдет не по плану. И если даже мы выберем модель, то скорее всего она у нас скорее там, через пару месяцев сломается, потому что помещение не позволяет это сделать. Допустим, если вы хотите реализовать модель из группы ротация, то есть там будет перемещение по классу, а у вас маленький класс, или в классе в целом перемещаться нельзя, да, либо же что-то еще, либо, допустим, это класс химии, и там в целом нельзя вставать время лабораторной работы, а вы хотите сделать работу в группах, то здесь нужно заранее все это продумать, оценить, есть ли у вас в целом зоны в классе, можно ли там, допустим, парты сдвинуть. Можете ли вы, допустим, пойти в класс компьютерный, чтобы там были компьютеры? То есть оценить, насколько ваша школа, насколько ваш класс как помещение, да, готов к реализации смешанного обучения. Далее вы уже очень объективно, да, максимально объективно, честно оцениваете свою компетентность, свою цифровую, свою компьютерную грамотность, да, насколько вообще готовы к данному формату. Если вы хорошо разбираетесь в целом, как работает компьютер, интернет, основные программы из пакета Microsoft Office, то у вас никаких проблем не будет. То есть какие-то программы. Это наш Microsoft Word. Это Microsoft PowerPoint, где мы делаем презентации, да. В целом это все. Есть еще Excel и другие, но в целом нам вот эти вот две подойдут. Если вы их знаете, да, и Microsoft
PowerPoint и Microsoft Word, то, пожалуйста, поставьте два плюса в чат. Также мы можем использовать и похожие сервисы, которые существуют в интернете, например, Google Документы, либо же Google Презентации. Если вы также о них знаете, то поставьте, давайте, три плюса. Если знаете о PowerPoint и Word, то два плюса, а если о Google Документах, Google Презентациях, то три плюса. То есть в целом мы оцениваем, насколько вообще мы к этому готовы. Далее, после этого у нас идет вот такая небольшая теоретическая часть. Мы уже с вами проговорили в начале, что есть всего две группы, которые успешно реализуются у нас в России, в реалиях нашего российского образования. Это вот такая группа ротация, и здесь есть три модели. Автономная группа, перевернутый класс и смена рабочих зон. Если вы знакомы с каждой из этой моделей, то, пожалуйста, поставьте цифру 3. А если знакомы с двумя моделями из трех, то цифру 2. Если знакомы с одной какой-то, то цифру 1. Но в любом случае не переживайте, мы каждую более подробно посмотрим. А я сейчас оценю, насколько вы вообще с этим знакомы, чтобы понимать, насколько детально каждую модель объяснять. Отлично. Также вижу, что многие, точнее большинство, точнее скорее всего все, знают и Microsoft PowerPoint, и Microsoft Word, и Google Презентации, Google Документы. В целом это не обязательно, но в чем хорошая новость, вы готовы к смешанному обучению, то есть здесь проблем у нас не будет. Итак, Святослав у нас знаком с двумя моделями из группы «Ротация». Кто еще с чем знаком? Ольга с одной моделью из группы «Ротация». То есть пока что я чувствую, что нам нужно очень подробно каждую модель рассмотреть. Да, Надежда также с одной. Хорошо, я вас поняла. Тут абсолютно нечего стесняться. Мы с вами вместе все рассмотрим. Для этого и нужен мастер-класс. Первое – это у нас автономная группа. Мы уже можем, исходя из названия, понять, о чем будет идти речь. У нас есть две группы в классе. Первая группа у нас выглядит примерно так. И там ученики занимаются онлайн, а уже учитель нужен для консультирования. Собственно, если ваши ученики, допустим, часть ваших учеников из класса спокойные, они знают, зачем они приходят на учебу, они в целом нацелены на какой-то результат, либо же у них уже какие-то выдающиеся интеллектуальные способности, если они идут вечно впереди, то мы можем их поместить в эту группу. Здесь они уже будут больше прорешивать сами и быстрее развиваться. Далее есть группа номер 2. Как раз-таки здесь основное обучение проводится в традиционной форме. Можем видеть взаимодействие учеников и учителя, очень активное. И уже наш компонент онлайн-обучения используется для тестирования, для отработки навыков. И как раз-таки, если у вас есть ученики очень активные, которым вечно нужно ваше внимание, да, которым больше интересно общаться вот так вот со всем классом, да, отвечать, то вы можете их поместить во вторую группу. Однако, что важно сказать, не обязательно делить на две группы учеников и, собственно, придерживаться данного принципа, да, до конца. Вы можете, допустим, в один день, сегодня, половину учеников поместить в эту группу, половину в другую. В зависимости от того, какая подготовка у ученика, какое у него настроение, самочувствие, и в целом, как вы определяете, насколько он готов. А в другой день поместить его в другую группу. То есть не обязательно, чтобы ученики были заложниками какой-то одной группы, это, конечно же, не очень хорошо. Вы эти группы можете менять в зависимости от ситуации. Это у нас автономная группа. Далее. Модель перевернутого класса, либо еще называется Flipped Room. Что это такое? Как раз-таки наши ученики изучают теорию дома самостоятельно, изучают теорию по различным пособиям, которые вы им даете, по видеоматериалам. Возможно, это какие-то интерактивные материалы, да, то есть все здесь может использоваться.
И уже в классе основное внимание уделяется анализу, отработке умений и навыков, уделяется решению трудных задач, время уделяется также ответам на трудные вопросы. То есть в целом ученики дома сами готовятся, изучают тему, и уже в классе мы это отрабатываем очень активно. Приведу свой пример. Я использовала данный формат во время дистанционного обучения своей группы по английскому языку. Как мы это сделали? У нас была тема СМИ. Я нашла видео в YouTube по теме СМИ, где там рассматривались разные типы как раз-таки средств массовой информации. И оно было очень простенькое для уровня 6 класса, и им нужно было данное видео просмотреть и далее выписать слова, определения, которые я им дала. На русском языке они выписали на английском языке. Ну, конечно же, выписали не все, поскольку тема новая, лексика новая. И как раз-таки потом в классе, уже когда мы созванивались в Zoom, мы это обсудили. И ответили на все вопросы, которые я подготовила. То есть ученики просто по максимуму этот материал закрепили. Однако заранее хочу сказать, что перед тем, как активно внедрять данный формат в ваше смешанное обучение, да, использовать такую модель, вы, пожалуйста, попробуйте ее на простых темах, да, то есть не обязательно какую-то очень трудную тему, чтобы ученики разбирали ее самостоятельно. То есть сначала проведите эксперимент, их предупредите, чтобы они были готовы, и только потом уже можно переходить к более сложным темам. Если вам такая модель нравится, то поставьте веселый смайлик, да, эмоджи, который у нас находится сразу же, где вы пишете сообщение, либо же напишите «нравится». А мы перейдем к следующей модели. Смена рабочих зон, о которой я говорила во время выбора модели. Собственно, смена рабочих зон – это развитие модели «автономная группа». Здесь у нас также есть несколько групп, которые перемещаются по классу, да. И здесь мы делим группы не просто так, вот интерактивное обучение и традиционное обучение, а по конкретным видам учебной деятельности. Допустим, кто-то выполняет интерактивные задания, это онлайн-обучение. А кто-то выполняет проекты в группе, готовит эти проекты. Кто-то работает самостоятельно, пишет какую-то самостоятельную работу, да, например. А кто-то работает с учителем. И ученики вот так могут либо переходить из группы в группу, да, допустим, меняться по зонам, либо же не переходить. Как это выглядит в режиме, так скажем, настоящей нашей жизни? Вот, допустим, в одной части класса у нас ученики читают учебник, вероятно, они выполняют какой-то тест, либо ищут ответы на вопросы самостоятельно. Далее, в этой части, скорее всего, ученики выполняют какой-то проект, да, то есть, скорее всего, они что-то обсуждают и записывают. А здесь у нас ученики выполняют лабораторную работу, работают с микроскопами, да, то есть также может быть индивидуальная работа. Возможно, там есть формат консультации учителя, то есть, допустим, учитель выдает им какие-то нужные материалы, как-то консультирует, рассказывает, как это делать, и ученики это выполняют. И уже вот в этой части часть учеников выполняет интерактивные задания, то есть наше онлайн-обучение. Таким образом, ученики могут передвигаться из группы в группу. Допустим, сейчас они прочитали часть учебника, у них есть уже какой-то материал в голове. Далее они пошли, обсудили проект, да, который вот как раз-таки по этому материалу, возможно, обсудили какие-то трудные вопросы между собой. Потом убедились в правильности своих суждений на практике, то есть посмотрели в микроскоп, так ли правда это и есть. И потом уже зафиксировали свои знания, прошли тест на компьютере. Вот так это может реализовываться. Если вам такой формат также нравится, то вы можете поставить два веселых смайлика, два эмоджи, либо поставить, ну, допустим, напишите «я». Я пойму, что вам такой формат тоже нравится. А мы с вами уже прорезюмируем модели из группы ротации.
А в целом наша смена рабочих зон, самая последняя модель, больше актуальна и подходит для начальной школы, где у детей много энергии, когда они часто гиперактивны, им хочется передвигаться, им не хватает усидчивости на постоянную одну и ту же деятельность, то есть им нужна смена деятельности. Тогда подходит как раз-таки смена этих рабочих зон. Далее модель «Перевернутый класс». Подходит больше для средней школы, либо же для старшей школы, где у учеников высокая мотивация, высокая самоорганизация, они могут дома подготовиться. Автономная группа больше для средней и старшей школы, поскольку, допустим, если мы берем 11 класс, либо 9, часть учеников у нас сдают ЕГЭ, чтобы поступить на бюджет, часть учеников в целом на этом так сильно не зациклены. И вот та часть учеников, которые хотят на бюджет и которые уже знают, что им нужно от этого конкретного урока, они могут заниматься за компьютерами, а другая часть уже может заниматься с учителем и обсуждать, допустим, менее трудные темы, решать первую часть, а уже более продвинутые ученики будут решать вторую часть за компьютером, например, так. Ну и в целом, тут вот такие модели из групп ротации мы рассмотрели, поняли, что они больше подходят для отработки и закрепления навыков и умений, то есть больше для практической части. Далее, что касается группы «Личный выбор». Заранее хочу сказать, что данные модели из группы «Личный выбор» не очень хорошо приживаются у нас в России, однако все-таки они существуют и иногда практикуются. О них я буду рассказывать уже не так подробно. Здесь в целом приведу вот такой общий слайд и скажу, что в них главное. Эти модели для старшей школы, поскольку здесь, как вы можете сейчас прочитать тоже быстренько, у нас есть параллель, либо разные параллели, это основной принцип. И в этих параллелях мы проводим либо один и тот же курс, да, одну и ту же программу, так скажем, рассказываем, либо же разные программы. Допустим, что касается индивидуального учебного плана. Возьмем также пример ЕГЭ, да, тут более понятно, как это реализовывается. Допустим, у нас в одной параллели есть гуманитарный класс, математический класс и, допустим, лингвистический класс. Мы понимаем, что лингва-класс больше всего готов к ЕГЭ по английскому языку. Допустим, вы преподаете английский язык, да? И вы понимаете, что здесь вам нужны разные курсы для каждого класса. Допустим, в лингва-класс вам нужен более продвинутый курс английского языка, да? В мат-класс менее продвинутый курс английского языка, потому что вы знаете уже, что там меньше учеников сдают ЕГЭ по английскому языку. А в гуманитарный класс, возможно, такой средний уровень, да, то есть там в целом учеников сдают больше английский язык, чем в мат-классе, но меньше, чем в лингва-классе. То есть здесь вы ориентируетесь на запросы учеников в одной параллели, исходя из их потребностей, и даете им разные курсы, разную подготовку. А в новом профиле у нас внутри одной параллели один и тот же курс, то есть, допустим, если ЕГЭ по английскому языку, мы каждому классу рассказываем то же самое. Ну и межшкольная группа, если вы преподаете в разных параллелях, либо в разных школах, то здесь как раз-таки вы даете определенный один курс и в тем, и тем, и тем. Для чего это может быть актуально? Допустим, если одна школа у вас лингвистическая, да, и вы там преподаете английский язык, и у вас в пятом классе дети уже знают английский язык лучше, чем в другой школе в девятом классе, вы можете давать в целом примерно одну и ту же программу, да, если вы объективно понимаете, что в пятом классе ученики уже на более высоком уровне. Исходя из моего опыта, когда я проводила открытые уроки в московских школах, я как-то раз пришла в лингва-школу, и там ученики 5 класса прекрасно разговаривали на английском языке, то есть разговаривали очень бегло, а потом пришла в другую школу, и там ученики разговаривали очень-очень медленно. И как раз-таки я поняла, что в целом мне нужно мой открытый урок адаптировать под, собственно, их знания, их потребности. И для них были примерно одинаковые
лексическая нагрузка, то есть примерно одинаковая лексика, примерно одинаковая практика. Очень странно, но однако это также может использоваться. Если для вас это актуально, то вы, конечно же, можете данный формат у себя применить. Ну и как раз таки, все модели из группы «Личный выбор» больше относятся к старшей школе, и как раз таки, где у детей есть высокая мотивация сдать хорошо экзамен, написать контрольную работу, найти себя в жизни, да, допустим, свою профессию. То есть в целом, кто уже понимает, что ему нужно вообще от данного предмета. Ну и в целом, какая модель вам понравилась из всех шести больше всего? Какую вы хотите в первую очередь попробовать? Вы, пожалуйста, напишите эту модель к нам в чат, я посмотрю, что вам вообще больше всего понравилось. А мы с вами переходим уже к последнему разделу, к третьему – использование на практике. Просматриваю наш чат. Замечательно. Вижу, что вы сообщения набираете. У нас небольшая задержка на Ютубе, буквально 20-30 секунд, поэтому я немного позже вижу ваши сообщения. Но вы не переживайте, все сообщения я увижу, и мы посмотрим, кто уже к чему больше пристрастился, да, к какой модели. А мы переходим уже к практике. Что важно понять на практике? Мы с вами уже говорили о зонировании помещения, говорили о том, что нужно перед выбором модели это вообще проанализировать. Так вот, какие еще могут быть трудности? Первое, технические. Проверьте вообще, насколько хорошо вы понимаете, если вы преподаете, допустим, онлайн, да, будете проводить какую-то часть в онлайн-формате, насколько хорошо вы подкованы. Проверьте свои параметры вашего компьютера либо ноутбука, в целом не будет ли он зависать, не выпадете ли вы во время трансляции. Далее также ранее проверьте скорость и стабильность интернета. Как это можно сделать? Есть специальный сайт, называется SpeedTest, и там вы можете посмотреть, насколько хорошо у вас сейчас работает интернет. Вы посмотрите, пожалуйста, и дома, с вашего персонального компьютера дома, как работает интернет, и также посмотрите, как работает в школе, чтобы понимать, где вам лучше проводить уроки. И как раз таки, спид-тест, как он выглядит, как он работает. Я сейчас покажу прямо у себя в браузере, как это выглядит, как вы можете этим воспользоваться. Вот вернулась в браузер. Сейчас наш модератор прекрасно отправит также ссылочку на спид-тест, а я пока наберу это прямо в интернете, чтобы мы быстрее рассмотрели, как вообще он работает, что это такое. Это в целом сервис, чтобы измерить скорость вашего интернета. Я нажимаю на Go, и все. У меня пошел анализ моей сети. И сейчас посмотрим, насколько хорошо она работает. У вас здесь появятся три цифры, и последняя цифра, вы как раз таки на нее обратите внимание. Если она у вас больше 26, больше 30, это прекрасно, вы можете проводить уже трансляции, у вас все будет хорошо. А если же у вас цифра пониже 30, пониже 26, то это уже немножечко мало, и желательно как-то интернет улучшить. Допустим, сесть поближе к модему, либо же подключить другой интернет. Вот сейчас, допустим, у меня 33, это скорость. Она немножечко низкая сейчас, да, поскольку я провожу трансляцию и очень сильно затормаживается в целом работа из-за того, что трафик еще уделяется трансляции. Как только вы получите свое значение, то, пожалуйста, вот эту последнюю цифру напишите нам в чат, и мы поймем, насколько вообще у вас хорошая связь. Вот как раз-таки наша эксперт Екатерина, модератор, отправила ссылку к нам в чат. А я вернусь обратно в свою презентацию, пока вы измеряете свою скорость и пишете значение в интернет. Это мы с вами обсудили. Далее, что касается проверки материала перед занятием. Заранее убедитесь в том, что у вас все материалы находятся в нужном вам формате. Допустим, если проводите трансляцию в Zoom, убедитесь в том, что у вас есть сканы качественные вашего учебника,
что вам не придется настраивать вторую камеру и тратить на это время. И как раз-таки, что касается длительности трансляции, раньше у нас было такое, что мы могли преподавать в течение 25 минут. Поэтому, если вы понимаете, что у вас очень мало времени, то заранее поговорили с детьми, обсудили такой орг-момент, и потом уже рассчитываем очень внимательно, сколько времени уйдет потом на подготовку, на открытие нужного материала, на реакцию детей, поскольку все это немного затормаживается в режиме онлайн. Это мы с вами понимаем. Далее, что еще важно? Мы можем также решить еще и другие проблемы, их заранее проанализировав. А инструменты программы, тут в целом все понятно. Заранее смотрим, что мы будем использовать. А если мы собираемся демонстрировать какой-то экран, да, демонстрировать какой-то сервис, то заранее мы его открываем так, чтобы он у нас не завис, и проверяем, насколько хорошо он работает, проверяем, умеете ли вы вообще демонстрацию использовать. Также проверяем, чтобы ученики на экране не писали. А в Zoom есть режим ограничения комментариев участников. Вы его также, пожалуйста, найдите и протестируйте заранее. Далее, что касается расходных материалов, здесь также понятно, что если ваши ученики что-то пишут прямо на уроке, да, допустим, про географию, они в атласе рисуют что-то, да, обводят, то, конечно же, мы понимаем, что здесь они это будут делать, мы это не увидим. Однако они могут показать это уже вам в камеру. Отлично, вижу, что так, видимо, какие-то небольшие показатели, 2, 7. Честно говоря, очень низкие показатели. Вот у Ольги 28, это уже хорошо. Татьяна и Вячеслав и Надежда, вы, пожалуйста, постарайтесь перейти в другое место и в другом месте протестировать. И еще также попозже. Возможность того, что вы смотрите мастер-класс, у вас также часть скорости теряется. Далее, уже что мы делаем на первом занятии? Мы обговариваем формат. То есть уже примерно понимаем, что будет, и обязательно детям сообщаем о том, что мы будем вести по-другому немного. Далее, что касается сроков, заранее обговариваем, когда нужно сдавать и на каком вообще уроке задание нужно сдавать, да? Как раз-таки домашнее задание и сроки, это можем объединить. Часто бывало такое, что ученик приходит в класс, и как раз-таки он принес распечатанное эссе. Собственно, зачем, если его можно отправить по почте? С другой стороны, ученик приходит на трансляцию, дальше фотографирует эссе, написанное от руки, и отправляет мне. Зачем здесь писать от руки, если можно напечатать и отправить опять-таки по почте? То есть в целом нелогичная последовательность. И здесь виноват не сам ученик, а прежде всего мы как преподаватели, поскольку мы заранее не объяснили, как эта система будет работать. Поэтому формат домашнего задания и строки мы заранее обговариваем. Ну и обратная связь – это то, что больше всего вообще выручает. Поскольку если у нас какая-то проблема, да, что-то у нас проседает. Допустим, мы не понимаем, почему ученики никак не могут понять, как же подключиться к Zoom, да. Скорее всего, мы им нормально рассказали, как это сделать, да. То есть мы заранее обговариваем, проводим этот орг-момент, мы заранее проговариваем, как все это будет. И как раз-таки, чтобы собрать эту обратную связь наших учеников, понять, где у нас есть какие-то проблемы, мы можем сделать Google-форму. Это уже будет опросник, и там прямо прописать, насколько ученики довольны каждым конкретным этапом урока. Но мы их сами знаем, да, какие они у нас тут. 40 момента, начиная с 40 момента и заканчивая инструктажем по домашнему заданию и рефлексии по уроку. Эти все этапы пропишите и спросите, насколько ученики вообще довольны, все ли им нравится, везде ли они успевают. Тогда мы будем понимать, где мы проседаем. Далее, что касается нашего образовательного процесса, да, организации. Мы с вами модель выбрали. Дальше идет у нас планирование. И здесь как раз-таки в планировании и в реализации нам понадобится какой-то сервис. Сегодня мы с вами рассмотрим сервис, который нам позволит вообще и задание задать, и сделать автопроверку, да, чтобы не тратили мы свое время на проверку домашнего задания. И в целом организовать работу так, чтобы мы контролировали выполнение работы и наши ученики не списывали. Это интерактивная рабочая тетрадь SkySmart.
А в целом здесь есть вот такое краткое описание, что это такое. Это интерактивные задания школьной программы. Также там есть тренажеры ЕГЭ и ОГЭ, марафоны и различные внешкольные курсы для учеников по их хобби, по их занятиям. Все эти задания, все УМК соответствуют в ГОС, поскольку разработчики оцифровывают тетради акционерного общества издательства просвещения, которые мы сегодня также уже упоминали. И как раз-таки эти задания становятся интерактивными. И эти задания совпадают с теми, что есть в рабочей тетради просвещения. Да? То есть нам даже не нужно переходить на новую программу. Все уже готово, но в интерактивном формате. Далее действует автопроверка. Есть система антисписывания. Как она работает? Тут вообще очень люблю это описывать, поскольку это очень интересно, это футуристично и кажется чем-то, знаете, уже таким необычным, хотя на самом деле уже каждый сервис должен такой системой обладать. Во-первых, вы можете отправлять ученикам варианты индивидуальные, то есть вы отправляете одно задание, а ученикам приходит похожее задание, похожие условия, все то же самое, ну, допустим, цифры другие, да, то есть ответ будет другой, у одноклассника уже не списать. Также это был первый шаг. Второй шаг. Можно ограничить время решения задания, то есть у ученика уже не будет времени, чтобы все это найти, либо спросить у одноклассника. Далее мы можем поставить галочку напротив опции «Не показывать правильные ответы во время решения задания». То есть ученик и найти не может, да, в интернете быстро. Ученик не может спросить у одноклассника уже готовый ответ, потому что у него свой вариант. И к тому же еще и ответы правильные сразу же не видит, не может им поделиться со своими товарищами. Это у нас было три шага. Четвертый шаг. Ученик не может скопировать задание, поскольку у него задание представлено в формате PDF, либо же в формате изображения. То есть он доскопировать не может, не получается. Получается, времени нет, спросить не у кого, свой вариант, время ограничено, да еще придется вручную искать в интернете. То есть здесь как раз-таки процент списывания понижается. Ну и последнее, это шаг уже для продвинутых учеников. У нас некоторые ученики, которые разбирались в информатике, открывали код задания, представляете, и там искали правильный ответ. И как раз-таки мы этот код задания закрыли. Теперь его открыть нельзя, и ученики уже полагаются только на себя. Это 5 шагов антисписывания. Если вам нравится вот такая система антисписывания, то вы, пожалуйста, поставьте 2 плюса в чат. Я пойму, что вам в целом данная система симпатизирует. Ну и, собственно, как только мы ее внедрили, у нас процент списывания понизился на целых 20 процентных пунктов. В целом тетрадь работает с любого устройства, отправляют задания очень легко в один клик, и там очень много разных форматов заданий. В целом давайте мы сейчас с вами перейдем уже в тетрадь, не будем долго ее описывать и говорить, и посмотрим, как там создать задание и как уже его в классе применить. Я возвращаюсь обратно в браузер, чтобы вам было хорошо видно, как я задание буду создавать. Как раз-таки вижу комментарий про скорость интернета, школьный бюджетный интернет. Ну, тогда мы можем трансляции проводить дома. В целом здесь все довольно-таки понятно. Итак, хорошо, я вижу, что и Наталье, и Вячеславу данная система антисписывания нравится. Что мы делаем? Мы немножечко пролистываем видео и нажимаем на ссылку номер 1 «Тетрадь SkySmart». И переходим автоматически сразу же на главную страницу интерактивной рабочей тетради SkySmart. Что мы сейчас будем делать? Мы создадим задание, посмотрим, как оно вообще работает. Вы сейчас, пожалуйста, если вы перешли на главную страницу тетради SkySmart, поставьте цифру 1 в наш чат. Цифру 1. После этого, как только вы перейдете, вы выбираете тот предмет, который вы преподаете, либо же тот, который вам симпатизирует, если вдруг вашего предмета здесь нет. Если, допустим, вы преподаете вот это видео физическую культуру, да, ее пока что здесь нет, вы пишете «нет моего предмета», указываете, чего не хватает,
и выбираете любой другой предмет, который вам понравился, чтобы сервис хотя бы протестировать. Отлично. И вижу также, что Екатерина, наш модератор, ссылку нам в чат продублировала. Это та же самая ссылка, что и под видео. Вы также можете по ней перейти, это то же самое. И как только перейдете, нажмите цифру 1, чтобы я понимала, что у вас все получилось. Прекрасно. Да, можно ОБЖ, отлично. Замечательно. И как раз-таки, что мы делаем? Мы выбираем свой предмет, либо тот, который понравился. Я взяла английский. Далее мы с вами попадаем на шаг первый из двух. После этого мы выбираем класс. Я возьму, ну, допустим, 8 класс, пусть будет так. И выбираю нужную мне рабочую тетрадь из списка предложенных. Либо от акционерного общества издательства просвещения, либо же тетради от SkySmart. Тут в том числе есть подготовка к ВПР, различные бонусные задания, чтобы ваш урок максимально интересно, интерактивно провести. Я выберу вот данную тетрадь от Spotlight. Прекрасно. Далее, если вы успешно прошли первый шаг из двух, то есть выбрали предмет, выбрали класс и рабочую тетрадь, то вы, пожалуйста, поставьте 1 и цифру плюс. Ага, хорошо. И после этого переходим к выбору упражнений. Любовь у нас пишет: проблема в том, что не отображаются данные о том, сколько времени затрачено на выполнение задания. Хорошо, давайте мы с вами это чуть попозже посмотрим. Это мы можем ограничить в разделе ограничения времени. Собственно, об этом сейчас поговорим. Вы, пожалуйста, немножечко подождите, хорошо? Далее мы с вами переходим на второй шаг, где у нас слева фиксируются разделы из данной рабочей тетради, которую мы выбрали, и уже посередине упражнения из данных разделов. Я могу зайти сейчас в любой раздел, это не важно, либо же вы зайдите, пожалуйста, в свой, который сейчас вам нужен. И далее мы наводим курсор на упражнение, нажимаем предпросмотр и понимаем, что здесь нужно сделать. А здесь нужно вставить слова в каждую категорию, где, собственно, они принадлежат. Хорошо. Давайте сейчас попробуем задание решить. Посмотрим, как вообще задания проверяются. Если я решаю правильно, то у меня задание высвечивается зеленым цветом. Вот видите, я сейчас сначала решила неправильно, поместила вторую колонку, оно не высветилось зеленым цветом. Я поместила в правильную колонку, и оно высветилось зеленым цветом. Однако мы видим, что у нас столбик не полностью зеленый, он немного красный. Это показывает, что система не прощает ошибки. И, собственно, попробуем сделать еще раз. Поместим другое слово. Итак, сразу же сделала правильно. Навожу на слово, вижу, что у нас все зеленое полностью. Решила с первого раза правильно, и весь столбик зеленый. Вы, пожалуйста, точно так же попробуйте это поделать и, собственно, поэкспериментировать, как это выглядит. Вот я, собственно, пробую решить еще раз. Получается неправильно. Попробую еще раз. Опять-таки неправильно. И мы видим, что столбик красный у нас растет. И видим, что было уже сделано две попытки. Система фиксирует, сколько попыток было предпринято. Попробую еще раз решить это. Помещу в другое. Сделаю сейчас правильно. И увижу, что стало здание зеленым. Но у нас как раз-таки написано, с какой попытки я решила данное упражнение правильно. Прекрасно. Все фиксируется, и мы примерно понимаем интуитивно, как это работает. Все очень просто. Мне данное задание понравилось. Я отмечу его галочкой и далее могу уже ограничить время решения задания. Поставлю срок сдачи до, допустим, завтра, 20:00. И также поставлю время на решение, допустим, 45 минут, да? И помните нашу систему антисписывания, не показывать ответы во время решения задания. То есть пока ученик, собственно, когда ученик решает, он не видит, решил он правильно или неправильно. Если мы эту галочку уберем,
то ученик будет видеть, решил правильно или неправильно, будет видеть зеленые вот эти вот столбики, красные столбики. В целом, я думаю, сейчас в первый раз мы можем эту галочку не ставить, и в целом ее можно ставить только когда вы проводите контрольные срезы знаний, например. Отлично. И у кого успешно получилось выбрать хотя бы одно упражнение и ограничить время, здесь неважно даже как, да, вы, пожалуйста, поставьте 2, цифру 2 и плюс. Это значит, что второй шаг мы с вами прошли успешно. Прошли успешно. После этого я нажимаю «Создать задание». Отлично. Дальше появляется информация о сертификате. Но вы можете пока что это не читать. Я вам более подробно все сама еще объясню, чтобы вы свое время сейчас не тратили. А вот у нас появляется ссылка на то задание всего с одним упражнением, которое мы сейчас создали. Я нажимаю «Скопировать», и эту ссылку я могу отправить, допустим, в WhatsApp своим детям, да, либо же еще где-то, в целом, как мне удобно. Либо же могу отправить ВКонтакте, допустим, какому-то одному ученику, чтобы он пришел, у меня появилась статистика по классу. Сейчас я бы отправила даже вам в YouTube данную трансляцию, да, но, ой, данное задание, но тут ссылки блокируются, поэтому не получится. И давайте вы свое задание отправите в WhatsApp, либо ВКонтакте, либо по электронной почте, и как только у вас получится отправить задание, вы, пожалуйста, напишите в чат, что у вас получилось. А я покажу, что у вас появится тогда, когда ваши ученики решат задание. Я войду в свой личный кабинет, потому что если вдруг у вас закроется вкладка, то задание может потеряться, да? Система не знает, куда задание отправлять. Поэтому лучше вы зарегистрируетесь на всякий случай, чтобы задание у вас не потерялось. И к тому же туда вам придет еще сертификат. Вот вы здесь, пожалуйста, зарегистрируйтесь после отправки задания. Зарегистрируйтесь, чтобы не потерять данные. И здесь вводим свои данные, собственно. Имя, отчество, фамилия, почта, пароль и номер телефона. А я уже войду в свой личный кабинет и покажу, как выглядит статистика у меня. Ага, хорошо. И, собственно, так, нужно поставить галочку. И, собственно, я вернусь в какое-то задание, которое я создавала очень давно. Вот, допустим, задание аж от 15 апреля. Как раз-таки мы видим, какие учащиеся это задание прорешали, какие у них были баллы, какие у них были оценки. С этими оценками можете соглашаться, либо не соглашаться. И могу более подробно посмотреть, где были эти ошибки. Видим, где красные столбики, где зеленые. Все, собственно, можем посмотреть, с какого раза ученик решил задание правильно или неправильно. И прямо сюда, в ваш личный кабинет, вам придет сертификат. За что выдается данный сертификат? Он выдается за освоение тетради. Как мы определяем, что тетрадь освоена, вы умеете ей пользоваться? Вам нужно, чтобы ваши задания были прорешены 100 раз. Что такое 100 раз? То есть, если у вас есть суммарно, вообще в целом, 100 учеников, вы можете им отправить всего одну ссылку с одним упражнением, как я сейчас создала и отправила, да? Либо же вы можете создать 2 ссылки и отправить 50 ученикам. 2 на 50 – это 100. Либо же, если у вас 25 учеников, вы можете создать 4 ссылки. В каждой ссылке может быть всего одно упражнение, то есть всего 4 маленьких упражнения, и отправить эти 4 ссылки 25 ученикам. Ученики придут по этим ссылкам, это будет 100 переходов, и сертификат к вам сразу же придет. Если даже у вас 10 учеников, да, то вы можете создать 5 заданий сегодня, 5 завтра, и у вас будет 100 переходов. А если же вы преподаете какой-то предмет, и, собственно, допустим, физкультуру, да, как у нас было как раз-таки в чате, вы писали, и здесь физкультуры пока что нет, вы можете попросить с вашего личного кабинета вашу коллегу, допустим, по английскому языку, литературе, любому предмету из списка отправить задание своему классу. И как только, собственно, коллега получит 100 переходов, сертификат на ваше имя придет.
Важно при регистрации указывать именно свое имя. Вот, допустим, мое имя, мне сертификат пришел. А потом уже ваш коллега, когда вам сертификат придет, создаст свой личный кабинет, и там уже получит свой сертификат. Можно это сделать так. Либо же взять любой предмет, который может быть не такой трудный. Допустим, можем взять, я не знаю, обществознание, либо информатику в 5-м классе, там очень базовые задания, простые, и отправить их 10-классникам. То есть вы тестируете именно сервис, и вы получаете сертификат за освоение сервиса. Предмет уже не так важен. Собственно, за это получаете сертификат. И мне уже сертификат пришел еще летом. Сейчас покажу, как он выглядит. И перед тем, как показать, скажу еще, что вы можете писать также службу поддержки, если у вас возникают проблемы с вашим аккаунтом. И также в вашем личном кабинете будет кнопка «Что лучше в сервисе». Здесь вы можете писать, чего вам не хватает, чтобы вы хотели добавить. Угу. А вот здесь в статистике хотелось бы видеть информацию о том, сколько времени потрачено на выполнение. 3 минуты или 45, например. Прекрасно, прекрасное предложение. Как раз-таки его вы можете оставить вот здесь. Что улучшить в сервисе? Пожалуйста, напишите, чтобы там было, чтобы высвечивалось, сколько времени потратил ученик на выполнение задания. И в целом, если в целом мы увидим ваше пояснение и постараемся это как можно быстрее добавить. Итак, с этим мы с вами разобрались. Как выглядит сертификат, сейчас я вам покажу, как и обещала. Так, тут будет очень подробное описание SkySmart, чтобы могли так еще раз просмотреть. И как раз таки, что касается сертификата. Где он у нас был? Сертификат я найду и вам покажу. Видимо, здесь я его не вставила. Но в целом там будет написано, что он выдает сертификат за внедрение цифровых технологий, за освоение тетради и использование ее в обучении. Как раз таки вы его можете получить буквально за один вечер. Видимо, сейчас презентацию его не вставила, но в целом он вам будет, конечно же, доступен. И более подробное описание здесь в презентации у вас будет. В том числе, как можете использовать тетрадь в классе, у вас также будет описано. Что касается уже нашего планирования деятельности, исходя из того, что мы знаем все то, что обсудили раньше, и исходя из того, что мы знаем, как работать с тетрадью. Сам, пожалуй, главный совет – планируйте, начиная от конца. То есть, прямо можете подробно себе прописать план урока, какой он будет, и уже исходя вот из этого конечного результата, планируйте вообще, как вы будете это реализовывать. Это, пожалуй, самый действенный совет. Ну и, собственно, у нас уже мастер-класс подходит к концу. Мы с вами уже сегодня очень много рассмотрели, поговорили немного о практике. И как раз-таки все вызовы, с которыми мы столкнулись, сейчас на слайде у нас есть. И как раз-таки решения, которые предлагает смешанное обучение, также представлено. Как раз-таки, что касается нашего СанПина, наших санитарных норм в этом году. При смешанном обучении они как раз-таки соблюдаются. Также мы можем подобрать задания для учеников разного уровня. Можно найти готовые сценарии обучения. И также использовать интерактивные тетради, платформы, конференц-связи и наш любимый перевернутый класс, который многим приглянулся. Ну и, конечно же, наши платформы для связи, LMS. Это наши электронные дневники, это Moodle, возможно, который некоторые использовали. Это в целом те же самые наши глобальные мессенджеры. Ну и в целом, что смешанное обучение решает? Оно обеспечивает 100% вовлеченность. И если наше дистанционное обучение обезличено, то при смешанном обучении у нас есть наши личные человеческие связи. И как раз-таки более подробные уже выводы я также отметила в презентации, какие навыки 21 века смешанное обучение, собственно, создает. И хотела очень кратенько уже, прорезюмировать, что мы сегодня с вами обсудили. Мы сегодня с вами обсудили в
целом все, что только можно. Поговорили, откуда пошло смешанное обучение, проговорили про термины, поговорили, какие есть компоненты, поговорили вообще, какие есть модели, обсудили самые интересные модели, разобрали готовый уже сервис для того, чтобы давать задания в классе и дома, посмотрели, как он работает. Также вам рассказала о том, как можно даже получить сертификат за освоение данного сервиса, использовать его при аттестации. И в целом, если всю эту информацию вы примените, то у вас будет гибкий подход к ученикам. Конечно же, со временем, но обязательно он будет. Вы сможете это, собственно, насладиться этим. Далее, вы сможете вести свой учебный процесс в условиях пандемии и в нашем традиционном классе, и уже будут развиваться навыки 21 века. И это и самоорганизация, это наши soft skills, да, то есть когда ученик понимает вообще, зачем ему это нужно, и может свои мысли выразить кратко, понятно, лаконично. Как раз-таки смешанное обучение этому будет способствовать. Ну и весь план мы сегодня, конечно же, вместе с вами прошли. И надеюсь, что сейчас вы знаете уже чуть больше о смешанном обучении, примерно представляете, в какую сторону идти, сможете уже использовать, допустим, интерактивную рабочую тетрадь CoSmart в своем обучении, и у вас уже, исходя из всех знаний, которые мы сегодня приобрели, будет лицо именно вот такое. То есть вы уже в целом готовы, чтобы данный формат смешанное обучение начать реализовывать. А все необходимые ссылки, которые мы сегодня с вами, собственно, которые использовали, будут у нас под видео. И я сейчас более подробно расскажу, как же скачать презентацию и в целом, как также записаться на следующие мастер-классы. Если вам сегодняшний мастер-класс понравился, вы нашли здесь полезную информацию, вам это было интересно, то вы, пожалуйста, поставьте лайк сразу же по трансляции. Наши методисты увидят, что здесь сегодня, собственно, было что-то полезное и интересное, и будут также стараться интересный материал вам преподносить. Далее, что касается расписания мастер-классов, это ссылка номер 2. Здесь вы можете записаться на последующие мастер-классы. Как раз-таки формула эффективного учителя будет проводить наш эксперт Юлия. 7 октября можете прямо сейчас записаться. И если вам интересны также другие темы, то вы можете сайт пролистнуть. И здесь у нас будут также записаны еще и другие темы, и другие спикеры здесь также есть. Вы можете записи бесплатно просмотреть. Что касается презентации, это ссылка номер 3. Мы нажимаем на ссылку, далее ищем три точки и нажимаем «Скачать». Все, презентация у вас есть, вы можете ее еще раз просмотреть. И последняя ссылка номер 4 – это опрос. В этом опросе вы, пожалуйста, укажите, насколько вообще было интересно сегодня проходить мастер-класс и насколько вам интересно интерактивный рабочий тетрадь CoSmart. Это нам очень поможет в целом развивать тетрадь и помогать уже вам. Возможно ли получить сертификат за прослушанный мастер-класс? Индира, сертификат выдается только за освоение тетради. За просмотр сертификат не предусмотрен. Вот такая, к сожалению, политика, которая обеспечивает именно подтверждение того, что вот вы освоили сегодняшний материал. И, собственно, мы с вами уже заканчиваем. Я хочу вас поблагодарить за сегодняшний мастер-класс, за то, что вы активно пробовали сегодня все новое, усваивали, тестировали сервис в том числе. На самом деле очень радует, когда учителя даже в свое нерабочее время приходят на мастер-класс, осваивают что-то новое, идут вообще навстречу технологиям. Это всегда вызывает большое уважение к вам, к вашей профессии, да, вообще к любви к вашему делу. Собственно, на этом мы заканчиваем наш мастер-класс. Буду рада увидеть вас еще на последующих мастер-классах. В целом я веду их довольно-таки часто, в целом каждый день. Но, однако, есть какие-то региональные мастер-классы, есть в целом общие мастер-классы, да.
Как раз-таки надеюсь, что я вас еще увижу. А вы, пожалуйста, записывайтесь, и мы с вами еще непременно встретимся. На этом я с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера, хорошего учебного года, и пусть все у нас будет хорошо. До свидания.